Всем доброго дня! Сделали нерестовые садки для кометы. Два садка сделали. Сюда мы еще добавим водный гиацинт и хорнию, поскольку очень хороший нерест происходит именно с этим растением. Корни и хорнии очень-очень подходят для нереста. Они густые. Очень много, то есть на ней обычно, когда комета нерестится, то корни и корни все просто облеплены икрой. Ну и к тому же, конечно же, как фильтр природный и насыщение кислородом, хотя мы и так подаем сюда достаточно хорошо кислород, аэрация идет в полном объеме. Глубина этих садков получается по воде 25 сантиметров, а общий размер получается ширина 90 сантиметров и длина 1,20 м. Два садка это в помещении у нас находятся, без солнечного света, конечно, одно окошко есть, но оно маленькое, поэтому здесь лампы подсветки стоят. Водичку надо еще немножко подогреть, включил аквариумный обогреватель, чтобы немного поднять температуру. Потом только запустим комет на нерест. И сделали садки, соответственно, на улице садки сделали. И сделали садки в теплице. В теплице, конечно, вода уже подходит идеально. Там 18 ночью, днем 25 градусов. Поэтому там уже нерестить можно. Здесь немножечко мы поднимем температуру. Всего вам доброго. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.